Олег Петрович, расскажите, пожалуйста, насколько довольны сегодняшними спаррингами? Очень доволен, потому что, во-первых, мы выиграли две игры, во-вторых, то, что ребята, несмотря на такой сложный график тренировочный, ребята все равно старались держать темп игры и при этом не терять качество. Для нас сейчас вот эти два компонента самые важные. И парни это сделали. Вот. Да, было сложно, было непросто, но молодцы, молодцы. Некоторые из футболистов сегодня играли на не совсем привычных для себя позициях, но тем не менее они соблюли все принципы нашей игры, правильно? Да, абсолютно верно. Один из нюансов нашей селекционной службы и принцип нашей работы тренерского штаба, чтобы футболисты были универсальны, разноплановы. И мы потихоньку шли к тому, чтобы у нас ребята могли играть на разных позициях. Это, на мой взгляд, на наш взгляд, добавляет вариативности ведения игры, и к чему мы очень довольны, как они сыграли на несвойственных себе, скажем так, позициях. Довольны ли ребятами из молодежки? Да, ребята молодцы, стараются и в тренировочном процессе, и в сегодняшней вот игре, на мой взгляд, проявили себя очень достойно, смело. Вот для них это очень хороший опыт.